Здравствуйте. Следственный комитет Российской Федерации. Все мы об этом наслышаны, об этом заведении. Бастрыкин – это его глава. Все мы знаем о его принципиальности. Все много раз слушали, как он выступает, как он заставляет работать своих подчиненных, как они начинают работать. Но вот последнее время что-то странное там происходит. И некоторые эксперты говорят, что это 37-й год, только объемы не те. Ну и способы, конечно, другие. Увольнение людей. В 37-м там определенные способы были. Сейчас могут просто попросить, настойчиво попросить. Другой вопрос. Кто просит? Кто может наследователей? А я сейчас говорю о важниках. О следователях, которые вели самые громкие дела, надавить. Кто их может заставить уйти? В СМИ сообщают, что следователь СКР Сергей Новиков практически покидает свое место. Чем известен Сергей Новиков? Это делом Дениса Сугробова. Денис Сугробов – это бывший начальник Главного управления экономических преступлений. Самый молодой генерал. Его обвинили в том, что его подчиненные, не он сам, его подчиненные провоцировали людей на взятку, а потом их арестовывали. Ему дали 22 года. Потом суд второй инстанции сократил этот срок до 12 лет. Недавно был уволен следователь Туманов по очень неоднозначным обстоятельствам. А он когда-то вел дело ЮКОСа. Говорят, уже готовятся. Нет-нет, не сегодня, завтра уйдут такие следователи, как Халапов, Хамицкий, Чернышов. Это следователи, которые расследовали такие дела, как я уже говорю, в отношении ЮКОСа и с Газпромом ареной, со строительством Газпром ареной. То есть там, где задействованы и большие деньги, и большая власть. Что это такое? Говорить, что это совпадение, ну не приходится. Потому что ну, не бывает такое, что несколько следователей, важняков, которые обладают огромным опытом, вот так вот берут просто и увольняют. Или там увольняются, уходят сами. Кто за этим за всем стоит? Сейчас, в связи с последними событиями, мы можем предположить, что у некоторых людей появилось гораздо больше власти, гораздо больше возможностей, чем они имели до того. Возможно, это месть. Наша редакция о том, что что-то странное происходит в Следственном комитете, говорили еще год назад. На примере Сергея Дубинского, это следователь, тоже важняк, который ввел когда-то дело о теракте в Домодедово, который случился в 2011 году. Давайте посмотрим кусок этого нашего фильма. Там есть разговоры, когда он рассказывает, что вот он ходил к ФСБшникам, и нам сказали, фактуры маловато, нужно... И это уже после изолятора, это уже после этого, что нужно идти Дубинского спровоцировать, иначе ничего не будет. Я сейчас дам послушать. Я съездил к ФСБшникам. Ага. Пообщался, дал им аудиозапись. В общем, результат такой. Вот он мне потом позвонил, говорит, типа, я послушал аудиосообщение, ну, фактуры, типа, маловато. И в судебном заседании меня повторно, зная, что у меня есть эта болезнь, повторно арестовали, и я просидел еще 6 месяцев. Дело это странное тем, что взятка как таковая. Дубинский ее не брал, ее брал следователь, его подчиненный. Ну, Дубинского тоже привлекли, и следователь говорит, что Дубинский не знал. Дело до сих пор идет. И что от этого ждать, мы пока что не знаем. Но в свете последних событий не приходится надеяться на то, что это дело будет закрыто. Оно будет продолжаться. Кому выгодно, чтобы подобные профессионалы уходили из Следственного комитета? Может быть, это месть. Месть за то, что они когда-то сделали. А может быть, это упредительный удар, чтобы они не сделали ничего, чтобы не помешали кому-то в будущем. Я думаю, что ситуация со следователями, с важняками, она не закончится в ближайшее время, и увольнение продолжится. И у этой ситуации есть свой режиссер. И в ближайшее время мы увидим, кому это было выгодно. До свидания.